которые вы должны помнить, да, когда обучаете своих ребят, которые... Жан-Пьер до этого сказал, что очень важно и базово, да, для борьбы лежа, это когда вы все время партнера лицом разворачиваетесь, да, то есть очень важно. И, пожалуйста, не акцентируйте на моменте, когда вы, когда один да, на четвереньках, другой сверху. Такое случается, да, такие положения встречаются, но задача не учить этому, а больше, да, учить разворачиваться и встречать, если вы внизу оказались, встречать противника лицом к лицу. То есть такая тенденция, что, например, те, кто сильные, да, у кого развитое тело из ребят, для них самый простой способ научиться защищаться, это просто напрячься, да, и не дать ничего сделать. Но, к сожалению, это не приведет ни к какому росту их борьбы лежа, да, и поэтому в будущем они перестанут, они не будут сами атаковать, да, и начнут проигрывать, когда выровняется положение по физическим кондициям, да. Очень важно в этом положении, да, когда вы встречаете противника, очень важный момент – это как использовать свободно свои ноги. До этого Жан-Пьер показывал, как использовать, да, упражнения там для подготовки всего тела. Сейчас мы перейдем к тому, чтобы показать специальное упражнение для того, чтобы использовать свои ноги как в атаке, так и в защите. Сначала небольшие упражнения. Давайте сначала немножко их посмотрим. Сейчас упражнения таких самостоятельных упражнений без партнера, которые детишки начинают в Японии делать. Ашикири называется упражнение. This is the opposite movement with cycle. Это противоположное, да, то есть если есть велосипед, вы крутите туда, то это наоборот упражнение. Kick by hip. Должны толкать пяткой и вытягивать, да, колено. Это первое. The second one is Следующее упражнение – это сюда вращение внутрь. Then в другую сторону. This is a good exercise to use arms. この練習は足を自由に使うことと頭を常にこう持ち上げてやるので、首のトレーニングと腹筋のトレーニングになるので、子供たちにとって非常にいいです。Это очень хорошее упражнение для того, чтобы научить их свободно пользоваться своими ногами, а также развивать шею, потому что здесь в этом упражнении они должны касаться подбородком, да, то есть это укрепление шеи и также укрепление пресса. Ну, примерно, да, то есть продолжение порядка 50 раз они делают одно упражнение, 50 раз другое, 50 раз третье, и это хорошая тренировка для всего тела, не только для ног. Давайте попробуем немножко поделать самостоятельно. Когда вы делаете это упражнение, у вас, ну, у многих вы болтаете, то есть у вас здесь расслаблено. Не такая нога. Нога должна быть, да, то есть напряжена. То есть здесь стопа. Когда вы делаете обратный велосипед, такая, то есть не просто толкнули. Раз, два, три. Это усилие. Здесь то же самое. Это усилие. То есть нога. Не просто. Эти ноги, они должны работать. То есть вы работаете сюда, вы работаете сюда. Да. Это очень важный момент, чтобы у вас стопы были
да, работали. Потому что вы этими стопами будете упираться потом. С этого упражнения для того, чтобы выталкивать, сбивать вашего противника. Это очень важно даже для людей, которые высокого уровня, да, для того, чтобы на высоком уровне могли то же самое делать, то есть постоянно повторять. 今回は8歳から12歳の子供に対する使用なので、それほど難しい技術は説明しませんが、次のステップでその場合の今日繰り返して抑えるとか、いろんなあの技がありますけど、その時にこの足の使い方ができるかどうかで、その技ができるかどうか、武装具重要になります。Потом, да, то есть сейчас у нас пока 8-12 лет. Такие более простые упражнения. Потом, когда следующий этап, когда они становятся взрослее, им дают больше гораздо. И там таких вот упражнений с использованием, да, и переходов, скажем так, атак, переходов различных с использованием ног очень много. Давайте еще, да, еще немножко, две минутки, еще то же самое поделаем, только ну, с акцентом на то, чтобы вы это делали с усилием. Это должно быть... О, ну все, все еще раз, буквально... Следующее это в парах упражнения. Я партнерами кто вататтемас. Соледе. Хиза на урани. Ашоку хиккакете. Шиккари. Лосика, да. Вот оно, то, что да, вначале я делал акцент на то, чтобы вы должны свои ноги напрягать. То же самое, сейчас стопами плотно захватываем подколенный изгиб партнера. Как рис. Упражнение для контроля. На дискотеке. Сейчас контроль. Для контроля ног, да? То есть вы должны своими ногами контролировать вашего противника. Двигать его. これ、多分やってみると楽ではありません。いろんなところにきついです。でも、この動きをやると足を使うことを覚えます。Ну, давайте сейчас поделаем чуть-чуть, да, только внимательно, потому что он говорит, ну, я заметил, что у некоторых там немножко не хватает растяжечки, да, но поэтому аккуратненько поделать для того, чтобы... Да, что-то я тебе... Давайте попробуем. Да, то есть как бы это здесь. У меня же ноги оторвались. Очень важно. То есть не просто там где-то здесь, или, а именно... Растяжка. Такое. Чуть-чуть приподнимать. Следующее упражнение. From here, この姿勢からしっかり相手を引きつけておいて、持ち上げる、戻す、持ち上げる、戻す、持ち上げる。Поднять и опустить. Несколько раз покачать из этого положения, потом перекатить. ただこの足で相手を持ち上げるということと体で相手をコントロールするでこの動きを何回もこう繰り返して練習してで最後にこう持ち上げたら横に。То есть вы контролируете вашего партнера ногами поднимаете да с контролем полностью тела и несколько раз повторяете это упражнение для того чтобы контролировать и после этого 胸と胸だけまあそんなに力入れなくていいですから少し合わせておいて足だけでこう跳ね上げて。Сильно не надо тянуть руками, больше ногами поднимать. Здесь только чуть-чуть, грудь в грудь. Его подтянули чуть-чуть, чтобы был контроль здесь. И после этого за счет переката. И помните, что дистанция да, должна быть у вас не слишком длинной, а чуть-чуть сюда, как бы под него. Раздвигаем ноги, поднимаем, несколько раз покачали и потом перевернули. Такое упражнение. Давайте попробуем поделать. Теперь, да, отсюда переход на удержание из
Ходунда и маля, такой тут умножи. Такие же, да, упражнения, такой же переход. Катахоно тео. Мите де айте но мите, ария хидате де айте но хидате. Право направо, лево налево. Крестный захват, да, получается? Одной и той же рукой. Потянуть к себе. Де, оби ва ката но крос сенджо. От плеча до центра спины, да, вот это вот должна быть диагоналечка такая. То есть вы берете пояс на центре спины. Not here. Не здесь. Здесь, так, чтобы от плеча была, да, рука проходила до, даже, может быть, чуть-чуть там. Де, айте но нака ни могурикому ндескедомо, соно токи ни, дзюбун но ваки но нака ни, айте но ката о илен. Ага. Вы должны, так, он захочет убрать, поэтому вы должны своей грудью войти туда, внутрь. И соно токи ни, муне то муне о. Грудь, плотненько войти. Отпускаете локоть и берете рукой пояс. Иногда можно перехватить ногу. Ну, это вот более простой вариант для объяснения. В этот момент, да, вы начинаете отваливаться назад, перекатываться, вытягивая двумя руками и двумя ногами, сразу же начинаете контролировать вашего противника. И в ту сторону, которая плечо у противника, вы контролируете, в эту же сторону перекатываете. Понятно? Все нормально? Сначала чуть-чуть юккури ятте мите кудасай. Давайте сейчас юккури, има гура юккури ятте, декиру ю наттара хаяку ятте кудасай. Потихонечку, да, начинаем медленно упражнение. Если будет получаться быстро, можете уже побыстрее переходить. Неваза но каэши ката, иронна каэши ката аримас кедомо. Подождите, ребята, не расходитесь. Неваза но иронна каэши ката аримас кедомо. Субете катачи доури ни, хитоцу-хитоцу, кичитто ятте куто га тайсетсу десу. Аватете шоуряку суруто. Очень много, да, есть комбинаций в неваза, да, то есть разные техники есть. Поэтому очень важно, да, и переходов, и также в том же числе и контратаки. Поэтому очень важно своим телом, да, уметь контролировать правильно, да, и переходить точку, от точки к точке должны правильно делать. На высоком уровне, конечно же, там все гораздо быстрее происходит. И как только есть какая-то возможность, сразу же переход к технике идет такой. Но то, что касается нашего возраста, да, мы должны потихонечку, не торопясь, спокойненько от точки к точке переходить. Для того, чтобы раз за разом, да, повторять правильные варианты техники. Да? Okay. Все, давайте попробуем. Чуть-чуть пошире. Дайтай но катачи ва миннасан рикай декита то умоимасу га. Чотто дайджина поинто о мачигаттеру хито га канари иру ноде, моу ичидо сетсумишимасу. Большинство делает уже хорошее, да, правильно исполняет, но чуть-чуть есть там некоторые ошибочки. Давайте еще раз пробежимся по базовым основным точкам. Подтягиваете, да, своего партнера, неважно в каком захвате, в принципе, это не суть важно, но вы должны подтянуть его сюда, к себе. Вот до сюда это очень важно, да, как правильно взять. Обратите внимание на то, что своей подмышкой как бы он накрывает плечо партнера, а головой проходит за его голову.
そうすることによって向こうに持っていって相手と同じ相手の顔の方を向くことによって胸と相手の胸が密着します。То есть задача встретиться, то есть пройти таким образом, чтобы развернуться своей грудью к груди вашего оппонента, вашего партнера. Посмотрите, видите, плотность получается. Если この状態が一番Это очень важно. Очень важно. 胸と胸、しっかり向かい合っていく。Грудь в грудь. できれば両手で帯を握った方がいいと思います。То есть двумя руками постарайтесь захватывать пояс. Это самый оптимальный вариант исполнения для этого. 何人かの人はこうしてましたけど、これでもいいんですけども、少し緩みます。Некоторые делают без захвата, да, подмышку сюда. Это тоже хороший вариант, но этот более плотный.で両手でぐっと自分の方に引きつける。で自分は起き上がる。ここで相手と密着します。Сюда обязательно, да, подтягивайте сильно, поднимайте его, как бы вытягивайте на себя, так чтобы притянуть к себе, да, к груди. とはそのままゴローンと転がって横に。そのままで。И падая назад, да, его поднимая немножко ногами, переводим в сторону, сваливаем на удержание. Ёкуши куда-то.So, 何人かの人は Есть кто-то, кто делает вот из этого положения. このまま Отсюда. Отсюда не очень хорошо, видите, потому что, возможно, менее плотно получается, и у партнера есть возможность сразу же убежать. Отсюда такой возможности нету. Вы сразу его прижимаете грудью. Посмотрите, да, здесь сразу у вас положение, когда грудь в грудь. Это очень важный момент. Это не просто так делается акцент. Это значит, что многие не обратили на это внимание. Окей. Okay. Еще один момент. Ребят, по поводу позиции, да, в которой вы здесь оказываетесь. Почему иногда бывает вы делаете, вот я посмотрел тоже сейчас ошибка, уке слишком расслаблены, да? Кто-нибудь, кто мне? Когда вас тянут, иногда получается вы такие. Это не очень хорошо. Уке не должен так реагировать. Уке должен, когда идет, чуть-чуть реакцию давать. Обычно, когда идет, уке хочет это сделать, да, то есть он не дает себя, он отказывается здесь. Так нельзя делать. Тогда отсюда надо выходить и выходить наверх. Это так неправильно делать, да? Поэтому уке должен реакцию давать. Тогда здесь будет удобно. И следующий момент, обратите внимание на стойку сенсея. Сенсей все время сидит, спина ровная. Он не делает, туда не отваливается. Это плохо. Так тоже нельзя делать. Курева, дамы. Это позиция. То есть спина ровна, и вы находитесь здесь. То есть вы его встречаете, сидя на ягодицах, не лежа на спине, сидя на ягодицах. И здесь тогда получается... Not doing like... This is exercise. И еще, да, то есть когда вы делали, это упражнение, вы поднимаете высоко его, это не обязательно делать на этом. То есть сразу, вы чуть-чуть оторвали его, сразу старайтесь сбросить его в сторону и накрыть. Чем быстрее вы это сделаете, тем меньше у него шансов для ухода. Все, да? На этом. Следующее упражнение. One more thing from this position. Еще одна вещь. Not the same, right? Normally, 普通は立ち技の時には左手でこちらの襟、右手で袖、こう持ちます。Когда вы стоите в стойке, обычно мы берем такой, да, захват классический, то есть рукав отворот или с другой, ну, право-левый, зависит от вашей стойки. 寝技の時はできるだけ逆の襟を、しかもできるだけ奥を深く握る。これが基本的な、あの、フェイスとフェイスで下から攻める場合の組み方になります。То, что касается неваза, лучший вариант это когда вы берете крест-накрест, да, захват, и как можно глубже берете отворот сзади. Такой. Таким образом вы можете использовать ваше запястье и предплечье.
Вот сейчас ваш партнер не может развернуться в эту сторону, потому что вы контролируете его шею. В этом случае у него получается рука остается там, и вы можете ее использовать. Эту же сторону, да, выбиваете ногу. そうするともう完全に崩れてます. И в эту сторону легко выйдете его, перевернуть. Теряет баланс, да, вы также отсюда легко переходите на удержание. Еще раз, мойкай, сенсей, мойкай. Окей, I'll do it again. Еще раз. Just grip here. And using your wrist. Я потом подойду. Like this. You don't have to just. Просто используйте два кисти. Only this. Запястье. Then cross your arm a little bit. И немножко закрою, да, притяните свою руку к себе. Then pull. Вытягивайте чуть-чуть на себя руку. Выталкивайте колено. Make him be straight. Надо сделать его прямым. And then use your foot like this. Используйте свою ногу для того, чтобы перевернуть его. Very important. Очень важно. Which I explained to you the last time. То есть очень важно тоже посмотреть, что нога напряжена, она не расслаблена. Стопа. Control. Then. После этого меняем. 多分この技はその子供たちにはあの非常に適した技だと。それほど難しくありません。たださっきやった足の使い方をしっかり練習した上でやらせてください。Это как раз та техника, которую детишки должны достаточно быстро схватить, потому что здесь вот есть то движение, которое мы делали в начале, да, вот это вот ашикири, которое называется. То есть оно здесь используется также, то есть ногами утягиваете сюда и переворачиваете. Поэтому это очень просто. それと今のこの襟の握り方ですね。 И второй момент, обратите внимание, да, то есть на захват отворота. Плотно нужно захватывать. Если вы будете здесь держать, то вы не сможете его управлять. Да, здесь тяжело. Поэтому как можно плотнее перехватывайте. Укомотте. И крутите кисть свою, да? Разворачивайте свою. Здесь чуть-чуть, да, сгибаете в локте и прижимаете подмышку. Свою, да, закрывайте подмышку. Выбиваете и разворачиваете. Используете тело, ногу и переходим на кеса гатами. Окей. Давайте попробуем это. Чего? Не могу. ちょっと走れ、クロックちょっと走れ。先ほど一番最初に説明したように、寝技の場合にはできるだけ今のようにフェイストフェイスになることを心がけるのがいいんですけども、練習ランクルとか試合の中ではよく相手がうつ伏せになる、四つん這いになる、要するにビハインド、ポジションになることがあります。ですからそこからの返し方を簡単、本当に簡単なのをいくつかやる。 Сейчас мы немножко поделали ту ситуацию, когда мы лицом к лицу встречаемся. Это самый лучший вариант, когда вы можете атаковать. Но теперь ситуация, когда все-таки партнер оказывается на четвереньках, да, один из. И вот из этого, из этой ситуации простой переход на удержание. Три точки должны быть, да? Первое. Постарайтесь забрать дальний отворот противника, да? Посмотрите, да, то есть дальний из подмышки забирается дальний отворот. Следующий, да, вторая, это захват противоположного локтя и подтягиваем его.
По диагонали его немножко вытягиваем, да, здесь. Сюда вытягиваем по диагонали и разворачиваем в сторону на удержание. Это, помните, это для детишек, да, упражнение. ここでもいいし、あの柔道着を握っても大丈夫です。можно взять да judo 着、можно просто за локоть。и так правильно。No problem。でも子供たちは握力があまり強くないので。но детишки вначале иногда не очень хорошо держат judo 着、да, то есть они не могут。柔道着握って引っ張るのは難しいかもしれません。для них иногда бывает тяжеловато просто использовать да judo 着。その場合は肘に引っ掛ける。поэтому захватывайте локоть。引っ掛けて。体全体で всем телом поворачивайтесь, вытягивайте локоть в сторону и разворачивайтесь на кесакатан. Это самый-самый такой простой, ну то есть один из вариантов, который можно, с чего можно начинать детишек показывать переворот из этого положения на четвереньках, да, когда он становится. Второй. Второй вариант. 相手の向こう側の肘をこうして引っ掛けて脇を締める。То есть второй вариант, когда двумя руками захватываете противоположный локоть, подтягиваете, закрываете подмышки обязательно, да, к себе. Выведение зерновеса. Давить на него, да? Нужно, то есть не просто накатывать, да, а нужно своей грудью. Chest to chest. Грудь в грудь. Давить и накатить вперед. После этого переход. Переход на йоко шикугатами. Of course, this is a good technique only for children. Конечно же, вы понимаете, да, что это техника для детей, для начала. Но это как бы для начала, для обучения. Okay. One more. И еще один. One more thing. Is grip spirit and захват за пояс. Use the arm like this. И используем здесь. Под рукой. That, like this. Then just try to lift him his arm up like this, and then try to keep your chest to chest like this, and then push. Поднимаем локоть наверх, то же самое ищем возможности надавить грудь в грудь и начинаем просто накатывать, давить его. This is the point. Это очень важный момент. Посмотрите, грудь должна быть внизу, да, то есть не должны животом туда давить. No, то есть можете не только за пояс, можете взять push сюда. My chest. Давить грудь в грудь. この3つの技は私が実際に8歳から10歳の子供たちにまず最初に教える返し方。Это вот три базовых варианта, с которого начинается обучение детишек вот 8-12 лет, которые приходят именно в клуб Какави-сенсея. Именно вот эти вот варианты показываются как базовые для обучения. Наконец, и ровно топ-сенсейные азы у мите, очень хай-левельна кото сру кому имас кедо, кижун ва кому левелю де, соно нендейну хитотачи нива джубен дес. Поэтому, да, то есть, конечно, кто делает более хорошую технику, то есть приходят ребята, которые показывают более высокую технику, но для этого возраста очень важно научиться делать это сначала. Судя, что именно мы делаем, я отнимите. Давайте эти три варианта попробуем сделать. Еще один. Как ты работаешь? Какой вопрос? Не-не-не, вопрос. Посмотрите, а ты когда ухожу, вот эту руку. Не-не-не, это Марадой. Это Марадой, это другой. Это Марадой, 10 лет. Две маленьких вещи. Next step. То есть это первые три упражнения, да, которые даются в начале, и теперь чуть-чуть дальше. Что можно сделать чуть-чуть дальше? Gripping here.
Захват из-под руки. From back. And then try to break his balance like this. Да. Вывести из равновесия туда на плечо. Then move to here. И забежать за голову. Then ашле айто хасамас. И ногами контролировать, да, его голову. Де, сумама. Она кого-то штыкнет. Да, зажав в этом положении, зажав в этом положении, начать переворачивать на удержание. Еще раз. Взяли захват, сбили туда, накатили. Камешек и хоготами. И перешли на камешек хоготами. Окей? Два. Два мо. Это первый. Дополнительно уже к тем. Да? То есть чуть-чуть посложнее, но... Лучше именно так. Okay, okay. Then, давайте then попробуем second. Этот вариант сначала поделать, а потом когда второй. И в заключение еще один вариант. Drop the same position. Grip belt. And back of his neck, like this. Ага. Берем захват сзади на отвороте и пояс. And fast, at first you should try to push his neck. Вначале начинаем давить его на шею. I'm sorry. そうすると相手はだいたい下に押されるので反発して上に上がってきます。И как только у него появилась реакция наверх. その上がってくる勢いを利用して相手の真後ろに返します。Сразу назад начинаем его перекатывать. その時にこちらの後ろにある足を投げ出して。И ногу да ставим за него туда укладываем. で同時にこれがちょっと難しいかもしれません。Это немножко может быть сложновато, но это делается одновременно. Реакция туда давление, реакция появилась и вы его переваливаете сюда. После этого переход. Кудзуре камеши хоготами. Кудзуре камеши хоготами. Сайшу ва имару юккури ятте кудасай. Вначале делайте чуть-чуть помягче, да, чтобы посмотреть внимательно с ногами, чтобы не травмироваться. Сумуш. Туда пошла реакция. Как посадочку вы делаете. Перехват. И только после этого вы переходите на удержание. Следующее побыстрее. Окей. Попробуйте. Давайте у нас ну, построение, да, и после этого мы. Перед тем, как да, мы сейчас закончим, Эдсо просил извиниться. Сейчас там, ну, мы сделаем сейчас одну общую фотографию после этого, да, поделаем. Сделаем там девушку сделать, у нас это будет потом на веб-сайте. Он просил извиниться, что, наверное, мы не сможем сделать фотографии каждой с каждым по отдельности, потому что здесь больше 200 человек там почти находится. Если с каждым делом, мы будем до утра делать фотографии. С каждым, но это отдельный день надо. One day more just for the picture. Поэтому, ну, извините, давайте так, мы сделаем одну групповую большую фотографию, и там потом уже будем. Окей. Команды. Да, еще синий. Дай!